В среду 3 июля российские военные атаковали Днепр ракетами и беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 5 человек погибли и 34 получили ранения в результате российских ударов по городу. В ходе атаки несколько ударов было нанесено по заводу «Южмаш» в Днепре. Если жертвы или пострадавшие в результате этих ударов не уточняется. Или 8 ракет сразу прилетели. Когда эти 7 или 8 ракет попали, сразу же произошел сильный взрыв. Волна ударила меня, и я упал. Осколки стекла повредили мою руку. Руку разбито здесь. Повреждения серьезные. Есть люди, которые находятся в больнице, тоже и с телесными повреждениями, и с контузиями. Внутри все повреждено. На улице, как вы тоже видите, полностью все разрушено. Это просто, да, насколько, ну, я не знаю, как это описать словами. То есть, ну, мандраж на руках, на теле, на всем он присутствует до сих пор.